Всем привет! Привет-привет! Тотя проснулась. А что мы будем сейчас Тоте делать, мы вам не скажем, а попозже все увидите. Как же жизнь? Иди в зеркало смотрись. Ты же себя еще не видела? Я знаю. Угу. Ну как? Круто? Нравится? Да. Ну, покажись, покажись. Так. Ой, так можно заплетать, да. И хвостики можно вверх, и так можно. Каринка, видишь, как у Доминики красиво? О, какая яркая. Можно было еще длиннее косички, но я уже это не рассчитала с ниточкой. Да? Можно было эти вот косички, вот такие вот длиннющие сделать. Ну, до следующий раз. Да? Походишь недельку так? Пару дней. Не, недельку, пару дней походишь, а потом переплетемся. Мамин бардак спрятать. Тебе идет этот цвет? Яркий такой. Угу. Да? Чего ты? Кази, как ты? Ходи вместе. Две африканки. Yeah. Да? Потом, ой, не жми на волосы, видишь, подлиннее они будут. Мама, я люблю тебя, я тебя тоже. Подожди. Мамочка закашлялась. Нет, я хочу расчесаться целовать. Косатульки. Я тебя зацеловала. Я тебя зацелую. Обниму сильно-сильно. На какой? Нет. Ку-ку. Ой, сейчас, давай. Косатик. Волосатик. О, красавец. Ах ты вот. Как тебе будем такие косички плести? Да. Да? Как у мамы. Какого цвета? Черного. Черного? Не. Ты черного на юге черный плести. Цвет. Да? Нет, надо, чтобы быть такое летнее, красивое, яркое. Есть розовый, синий. Желтый, голубой есть. Синий, голубой. Голубой есть. Дашке не буду плести, у нее там волос много-много. Хотя можно и Дашке заплести. Надо постараться сегодня, и завтра будем это. Завтра Доминики день рождения 12 июля. Да, будем все афроамериканками. Буду это самое заночно пляту косичек таких вот. Просто. Сейчас сегодня за день успею. А пока будет папа спать, мы ему понаклеиваем много-много косичек. Да? Папа у нас будет тогда. То есть африканцем. Африканцем, да? Нет. Нет. Ой. Надо сегодня в школу заскочить. Очень сильно. Точно надо заявление там какое-то написать. Чтобы деньги перевели с обеда, которые остались попечительские. О! Чуть-чуть поесть. Вот. Заскочить в школу и поедем с девочками мне ногти делать. Да-да. Что? Ты сказала? Поедем с девочками ногти мне делать. А нет, сказала. Другое. А что другое? Ну, которое ты сказала на чай. Не помню, чтобы я тут такое говорила. Вот ты ножку свою сунешь. Мои новые ноготочки. Красота. Я в магазин купила цифру.
Сверху 5 углей, комбикорма, сено со стройки привезла. Там у нас работы пока прекратились на целую неделю. Почему? Тогда не договорила, сосед подсказывала. Им нужно на целую неделю там куда-то уехать, короче. Пока на неделю заморозили нашу как карьерную работу, можно так сказать. А что я хотела взять? Я хотела взять миску. Вчера полола, не полола, а рвала траву, да? Последним роликом мы видели, да? Предыдущим. Ссылку оставить забыла. Так, короче, рвала травичку. Оказывается, в травичке очень хорошо растет клубничка. Вот так вот. В городе был дождь, офигенный такой дождь. Окошки были плохо закрыты, ну чуть-чуть, потому что было жарко, когда мы ехали. Налило мне на стульчик, намочила, короче, я зубу себе зубу намочила. Ой, клубничка. Сейчас я буду вам показывать клубничку. Такая. Потом чуть побольше. Вот так будет лучше видно, да? Короче, намочила зубу. Так, это уже подгнила. Маленько. Да, можно обрезать и скушать. Походу, тут кто-то был у меня уже в клубнике. Вчера вечером было намного ее больше. Подгнила. Вот. Был дождик. Ой, оттуда дождика и не было у нас. Только он гремит по сторонам, гремит, и дождя нету. Сено у нас сушится. Санек вчера скосил сено, и тут же дождик. Тут уже помельче клубничка. Не буду я вам каждую показывать, да, что это будет очень долго. И буду вам показывать клубничку. Красота. Сейчас как накушаемся с девочками клубнички. Надо покормить малышню, только колбасу таскают. Больше ничего есть не хотят. Пюрешки погреть с салатиком. С кроликом. Доминика мясо любит, Доминика с мясом съест. О, какая большая клубничка. Сейчас я вам покажу. Офигенская. Такой. Талия какая. Кременная клубника. Классная. Вот. Всякая разная, короче, клубничка. И большая, и маленькая. Маленькая и большая. Вот. Буду собирать клубнику. О, у нее что-то сидела в телефоне и заснула. Сашка позвонил, разбудил. Уже почти 7:30. Домой скоро будет ехать. Клубничку так и не помыла, никого не поела. Ой, все, заваривайся. Я на ней могу. Так, погреть пюрешку, погреть кролика. Санёк мой голодный с работы. С работы мой Санёк голодный едет. Нужно мужа покормить. Вот. Так. Яйца залила сюда. Какие вигвамы в холодильнике, непонятно. Яйца залила сюда. Пюрешка. Так, надо суп перекипятить, посмотреть. Где у меня свинья? Не знаю, где у тебя звенел твой телефон. Где ты его бросила? Если еще нормальный супчик, то нормально. Покормиться сама, может, суп съем. Мяу, Мася. Так, дождя, походу, тут и не было. Но тучки. Вон там вот такая тучка. И вон там. Там даже доброе такое посиневшее небо. Почерневшее. Прийти, кто пропал от меня тучки. Девочки покушали. Дашка покушала. Как красиво хвостик Доминики получился. Скоро будем коринку делать красивой. Покушала? Да. Покрутись. Ну-ка ты ушла, туда иди. Сюда? Угу, покрутись. Ну не так быстро. Классные косички, нравятся? Да.
Ой, как мало. Знаю, знаю. Просто рука соскочила. Смотри, будет три. Мне последний оставишь. Тоже попробую. Я промазала. Слушай, совсем слабый. Еще. Ножки не растягиваются. Давай. Ага, надо было, наверное, это вернуть его. Чуть не поломал корзинку. Ну что? Можно покрутить. Все? С косичками все? Да. Да? Тебе надо заплести косички кому, пока кто-то спит? Папе. Папе. Пока папа спит, нужно ему наплести косичек. Да. Угу. Да. Доминика, наверное, уже спит, да? Все, касатики. Пока-пока.